расскажу историю. Послушайте, взрослые дети. Однажды мы приехали в университете. Мы пошли на практику, было все красиво. Но потом пришлось заселиться в питерскую квартиру. Было там 6 комнат или 5 или 7. Я уже точно не помню, было тяжело нам там всем. Зато там были очень высокие потолки. Там было очень просторно, но не были нелегкие. Потому что была зима, светло было часа два. Шла кругом голова, у меня болела вся спина, вся нога левая и правая. Потому что на второй этаж забирался я. Это те самые яу-коммуналки, где много напихано, там кроваток. Ты заходишь, тут маленький туалет, наверх залазишь, там уже тут и спихнет водички. Ну привет, меня тут небесу красиво. Поселили. Привет с тобой, я рад встретиться в питерской квартире. Чтобы мне другие там не говорили, Питер все равно со своими квартирами лучший город в мире. Я дайте шуму, консималерия! Приходите, Валер, осталось себе. Сначала узнаем оценки нашей судьи. 5 максимум. 3 пятерочки. Плюс балл. 16 баллов. Максималочка, план.